Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков наградили педагогов Одинцовской гимназии номер 4, которая недавно отпраздновала свое 30-летие. Партийцы отметили достижения учреждения, высокий уровень и профессионализм его коллектива. Учитель – это было, есть очень благородная профессия. Нам очень приятно всегда быть в нашей гимназии. И всегда хочется поговорить с нашим дорогим директором, с вами, услышать вас. Мы очень благодарны вам. На протяжении многих лет гимназия входит в пятерку лучших инновационных образовательных учреждений округа. Ученики являются победителями олимпиад разного уровня. Высокую планку удерживать непросто. Педагогический процесс, который находится в ваших руках находится будущее нашей страны, чтобы мы его удержали на высоком уровне, на высоком, так сказать, тех стандартах образования, которые присущи Московской области и нашей школе в том числе. Директор гимназии Ирина Кузнецова была отмечена почетным знаком Мособлдумы, а весь педагогический коллектив получил благодарственные письма. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».